Итак, ладно. Мы закончили сюжетные линии всех персонажей. Собственно, сейчас они все, скажем так, объединятся в одну последнюю, в эпилог второго акта, который, как закончится все это дерьмо с Golden Fjord, с золотыми башнями и все-все-все-все-все, и с тем, что мир изменился, ну, собственно, скоро узнаем. Так что погнали допроходить второй акт. Хотя вряд ли мы сегодня его закончим, завтра, скорее всего, но все же. Погнали. 以上が諜報部が入手した報告になります。 Вот, собственно, тут все доклады, что были собраны в гильдии. やはり今ゲーム業界で起こっている事件の裏には秘密結社が絡んでいたのですね。 Как я думала, секретная организация стоит за всем этим инцидентом, который случился во всей игровой индустрии. Они поддержали, что организацию в Last Station, что революционную армию в Луи. В Лимбоксе они были связаны с членом Golden Fjord и давили на нее. Как я ожидался от тебя, Айтян. Ты очень хорошо разбираться со всеми этими интеллектуальными вещами и все в этом духе. Ты прямо пример для подражания в гильдии. О, господи, так давно Нептуни не видел, что я и забыл про нее. Спасибо. Спасибо, конечно, тебе. Но я не особо старалась для того, чтобы... Нет, я не особо большие усилия приложила для того, чтобы собрать все это. И знаешь, у NetGear, похоже, там все очень даже хорошо с Word. Я должна радоваться за успех своей сестры. Однако, знаешь, что она с Вэр, да еще была столько времени, я не могу ничего другое делать, как просто беспокоиться. Ну, собственно, Истуар-сама. Касательно нашего плана на дальнейшем, или на том, что будем делать дальше. Дальше. Нет. В любом случае, Истуар, касательно нашего плана, касательно будущего, блин. Я забыл слово. Ну ладно. И так сойдет. Давайте свяжемся как-нибудь с секретной организацией. А мы вообще знаем, мы как это делать? Мы вообще знаем, где они? Пожалуйста, оставьте эту проблему на меня. Благодаря того, что Пирачу во всем сознался, я заполучил информацию касательно того, что секретная организация, у них есть... Нет, что у них база, это воздушный боевой линкор. Даже после того, как он сказал, что не продаст своих друзей, он все равно все рассказал. Однако, откуда мы можем знать, что эта информация действительно правдива? И откуда мы можем знать, что это не какая-нибудь ловушка?
Я, конечно, очень хорошо понимаю касательно всего этого, поэтому я собираюсь спросить о поддержке. Я бы хотела, чтобы вы все пошли во всех странах и собрали всех богинь вместе с Нептуни. Ура! Путешествие! А, тогда это означает, что все четыре отдельные истории каждой богини наконец-то подошли к концу. Воу! Ломание четвертой стены. Ладно, можете надеяться на меня. А то мне что-то начало становиться одиноко из-за того, что я давненько их всех не видел. Непу-непу, даже если ты чувствуешь нечто подобное, я не думаю, что это тебе нужно говорить так вслух. Аев-сан и Компа-сан, вы можете составить компанию Нептуне? Да все нормально, но... Вы уверены? Давненько мы уже путешествуем вместе с Непу-Непу. Так что почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы, не знаю, какие-нибудь сувенирчики другим богиням принести. Точно, хорошая идея. А давай возьмем вот там этих планет... Короче, тортиков, чтобы по Нептуне, они как раз для вечеринки сойдут. Ну вот почему. Я хочу, чтобы вы шли с ней. А, так нянька нужна. Ну ладно, я поняла, без каких-либо проблем. Пожалуйста, девочки, будьте очень осторожны. Итак, значит, нам нужно пойти и собрать всех богинь. Как раз плюнуть. Ой, так. Кстати, у меня вся экипировка открылась же. Наконец-то, что у меня уже было. Так. У нее опять говна оружие в руках. Тут ничего. Тут тоже ничего. Фома, ну... Скорее всего, да, так и будет. Так что лучше не надо, наверное. Так. Ну ладно, пойдем сначала к Верт, что ли. Она как раз самая ближе всего. Океан, да? Океан, Десю. Судно до сих пор не ходит, да? Не ходит, Десу. Ну, тогда мы надеемся на тебя, Непко. Вперед и с помпой.
りを背負って海を越えることになるなんて。落ちなきゃいいけど。Я никогда не могла себя вообразить, что мне придется идти с одного берега океана на другой, неся вас двоих. Надеюсь, я не оброню кого-нибудь из вас случайно. Нормально всё. Нормально. Ну что ж, приехали в Линбокс. Их, давненько я тут не была. Итак, посмотрим. Веру, где она? Да, сейчас посмотрим. Подожди секунду. Непу. Что это за странный человек? Или кто-то? Я давненько вас не видел тут. А, так вы пришли посмотреть на мои прекрасные мускулы? Тогда замечательно, смотрите сколько душе угодно. Тихо. Нумо. Ты не должен пугать вот так девочек. И еще одно странное существо. Сомневаюсь, что такие миленькие девочки заинтересованы вообще в мужских мускулах. Я уверена, что они пришли посмотреть на мое прекрасное тело. Нарцизы, блин. Ари? А сестренка? Непу! О, господи! Это голос! Моя любимая Непгир! Ай, сестра! Давненько тебя не видела, я так рада. Именно, Непгир. А теперь давай, прыгай в объятия своей сестры. Да! Так, тихо. Не так быстро. Веру, а ну не мешайся при таком... сентиментальному воссоединению сестер. Сестер? Как странно. Я была уверена в том, что Непгир теперь и моя сестра. Даже если она была твоей сестрой, то сразу после того, как ты с ней воссоединилась, ты отправила ее куда-то. Так что все, поезд ушел. Так. Да, считаю немного. И на слух тоже. Хотя у тебя уже ответил.
Не ссорьтесь вы двое. Давайте. Посмотрите на мои трицепсы. Трицепсы, по-моему, это правильно. Посмотрите на мои трицепсы. О, господи. Ну и слово. Они способны объединить целую страну. Че? Привет, Берс. Привет, Феникс. Не-не-не-не-не. Мое прекрасное тело больше подходит для такого. Давайте, смотрите. Смотрите на меня. О, господи, я не хочу быть в этой пати. Как будто тебя кто-то будет спрашивать. Нет, я не хотел это сделать. Баблинская. Ребят, DLC-тян, Nitro Plus, я могу ее прямо сейчас открыть. Однако мы ее не откроем. Оставим ее на завтра. Оставим ее на завтра. Завтра начнем стрим с того, что я покажу вам еще одного третьего DLC персонажа. Так что она подождет. Хотя. Да Нептуне не нужна, блин. Хотя ладно, пусть будет. Но Бир мне нужна, не нужна. Так, сойдет. Сойдет. Итак. Что у нас дальше? Ну, дальше у нас будет... Линбокс... Кто Линбокс? Last Station. Приехали в Last Station. Да, давненько я не была в этой месте, не была в этом месте. Да, это густая какая-то атмосфера, что витает тут в воздухе, определенно подходит одинокому Last Station. Кто тут одинокий-то, а? Че несешь? О, этот голос, Нуар. А это Юнитян? Привет. Я не ожидала, что я столкнусь с тобой, Нуар, вот так быстро. А неужели это проделки судьбы? Никакая, блин, тут не судьба. Просто нам доложили, что в Last Station кто-то подозрительный проник. Поэтому мы сразу пошли посмотреть, кто это. Это ты. Господи, обожаю Нептуня, когда она стебется. Ой, или неужели... Ты так сильно ждала, пока мы придем, что считала, считала каждую секунду. Господи, Нуар, мне так тебе не хватало. Господи,
Да не нужно на меня вешаться так и орать мне в ухо, блин, это смущает. Да, но я тебя так долго не видела. Разве тебе, Нуар, не было одиноко? Ну, это как бы, наверное, я бы, если бы я сказала, что мне не было бы, это было бы ложь. Ну ладно, я действительно счастлива снова тебя видеть, Нептуне. Свежая цундера подана! Да, теперь Нуар действительно ведет себя как обычно. Обожаю ее. Прямо съела. А мы вместе одолеем сейчас секретную организацию. Что? Нуар начала вести себя как обычно. Что ты этим хотела сказать? Нуар-сан, а неужели ты сейчас в режиме «прибью всех»? Что ты за хрень несешь? Я только обрадовалась, что мы наконец-то встретились, а ты опять со своими тупыми шутками никогда не меняешься, дура. В этот раз я тебя не прощу. Воу! Такое чувство, что ее сейчас будут резать. Точнее, что ее режут уже. Как будто свинью режут. Юни-чан, пожалуйста, возьми вот это, Дэсю. А? Сладости? Сувенир, чё ли? Да, это новые вкусности из Планептуния. Это Планетун Тауэр тортики. Я не совсем понимаю смысл всего этого, но спасибо. В какое же дерьмо я вляпалась, а? Бедная Ифитян. Да. Короче, все хорошо, как всегда. Так, дорога построена. Ну, теперь Нептуня точно не нужна. Берем Юни. Так. Господи, да Верт просто умрет. Я тут и действительно сестричек нашел. Блин, интересно, вот эту новую Тиан Нитро Плюс, она тоже сестричкой будет считать или типа того? Ладно, узнаем об этом обязательно в следующий раз. Сейчас мы собираем Патя. Ой, весь мир полностью извинился. А Луи так и осталась холодным местом. Господи, народ, вы думаете, что делаете хотя бы? Слышь, это ты не думаешь мозгами, если ты ожидала, что все так изменится тут.
я забыла шапочку взять. Ай, Тян, давай пойдем в каком-нибудь месте и согреемся. Ну ладно, вы двое. Поскольку мы не знаем, где находится Бланк и где ее искать, давайте пойдем в гильдию и там поспрашиваем. Так. Фума, да, она даже не упомянула пока что об этом. Ой, так тепло. Прямо жить хочется дальше. Эх, я вообще не знаю, если я захочу уйти отсюда еще. Уйти отсюда. Так, ладно, хватит вести себя как дур. Нет. Вы двое, прекратите вести себя как дуры. Давайте Бланк уже найдем. Ха. Знаете, я что-то раньше вас не видела, но вы что, знакомые Бланки? Ну да. А вы случаем не знаете? Нет. А вы что, знаете Блан лично? Да, я очень хорошо ее знаю. Если у вас кое-какое дело, то она очень скоро вернется сюда. Однако... Ей! Я первая, Рамутя! А я вторая! Ура, Лоли! Так, тихо, вы двое. Вы беспокоите других людей. Не нужно такими шумными быть. О, Нептуне. Ты права, Нептуния тут. Знаете, с тем выражением лица и с тем тоном, который она, ну, Бланк сказала о Нептуне, почему-то я вспомнил. Нептуния сделала бум. Нептуни-тян, давненько не виделись. О, это вы! Такая ностальгия! Блантян! Вечность, как будто тебя не видела. Мы искали тебя как раз. Слышь, прекрати, а то это меня смущает. А нет, я тебя не отпущу до тех пор, пока не заряжусь энергией от тебя, Блантян. Бланириум, типа того. Бланириум. Ну, короче, это твое, короче, можно сказать в двух словах, что-то типа обнимать тебя, Блантян. Короче, я сама придумала это имя. Ну, хорошо, тогда я заряжусь Нептуниума. Нептуниан. Неомномы, блин, ну и словечко, язык сломаешь. Я тоже.
Отсылка к Няруко. ХЗ. Ну, и какое дело у тебя ко мне? Ты же не пришла сюда только для того, чтобы играть. Позволь мне все тебе объяснять. И объяснила. Понятно, так значит, вот что происходит. Кто это ты? Извини, я не хотел тебя напугать. Меня зовут Шиша. Я Golden Fjord Louie. А ну, я тут подслушала вас. Однако, когда вы рассказали всю свою историю, я решила показаться. Ну, собственно, вот у нас какие дела. Поэтому у меня какое-то время тут не будет. Блантиан, без тебя будет, конечно, одиноко. Но это ради мира. Позаботься обо всем. Я удивлена. Ты что, не идешь? Я бы хотел бы пойти вместе, как золотая пара, но я не могу оставить страну без защиты. Поэтому я оставляю это на тебя, Блантиан. Да, оставь это на меня. А то... Ладно, мы собрали всех, теперь нужно вернуться обратно и посмотреть. А, ну и потом, наверное, пойдем нападать на вражескую базу. Однако на сегодня, я думаю, на этом закончим и продолжим уже завтра.